Допоздна не задерживайтесь. И держитесь от старой штольни подальше. И держитесь от старой штольни подальше. Почему ты не дал мне выстрелить? Ты видел? Может быть, он нас испугался. Догоним его? Ну! Отзовитесь! Куда вы скрылись? Не бойтесь! Мы королевские охотники! Здесь никого нет.
Проходите, принцы. Там какая-то дверь. Дерево довольно старое. Значит, вход закрыт уже давно. Наверное, это покинутая штольня. Похоже, нас прогоняют отсюда. Потом мне спасибо скажете. Сколько стоят ваши клоуны? Один крейцер, девочка. А этот, самый красивый, стоит на пол крейцера больше. Но у меня не хватает денег. Я хочу купить клоуна. Какого? Большого или маленького? Хотите? Я вот куплю этого? Всех. Все, что здесь есть. Сейчас он их всех заберет, а ни одного не оставит. Друзья, эти клоуны ваши. Я хочу вот этого большого. Да. Вот полотенце. А это скатерть. Вышитый настенный коврик. Или вот еще дорожка на пол. Но вы даже не смотрите. Неужели вам ничего не нравится? Что вы, напротив. Я заберу у вас все. И сумку. Нет, пожалуй, две. Я связала их сама. А пуговицы сделала моя сестра. Грибы, свежие грибы. Покупайте свежие грибы. А вот грибы. Башмаки. Крепкие, легкие башмаки. Овощи. Покупайте овощи. Это заколдованная штольня. Скалы, деревья, все как настоящее. А тележка вывозит серебро. Заколдованная штольня? А теперь она, кажется, заброшена. А откуда вы знаете об этой штольне? Мы обнаружили ее во время охоты. А почему она так называется? С давних пор там поселился злой дух. И горняки ушли из этих мест. Из всех горняков в деревне остался только мой дедушка. Он не боится злого духа, и я тоже. Мой дед снова готов начать разработку штольни, но ему нужны хотя бы два смелых помощника. В покинутой долине живут только Беляночка, Розочка, да мы с дедушкой. Скажи дедушке, что мы пойдем с ним.
Мы не горняки, но ничего не боимся. А кто вы такие? Мы охотники. Я Микаэль. Моего брата зовут Андреас. А меня Клаус. Вы позволите навестить вас, когда мы вернемся? Наша мама будет вам очень рада. И мы тоже. Не ходите в шторм. Вдруг горный дух убьет вас. Ему нас не одолеть, не беспокойтесь. Мне кажется, тянуть с этим не стоит. Старый горняк может заболеть или испугаться. Отправимся прямо сейчас. По-моему, ты больше интересуешься розочкой, чем штольней. А ты? Интересуешься только штольней? Я был бы не прочь туда заглянуть. Но, честно говоря, я покорен Беляночкой. Никогда не встречал такой девушки. Если мы остаемся здесь, нам надо подыскать какое-нибудь жилье. Три вышитых скатерти, да еще салфетки, наволочки, коврики, половики. Купил, даже как следует, ничего не разглядев. А другой раздаривает игрушки незнакомым детям. Вот уж чего я никак не могу понять. Тот, кто с легкостью швыряет деньги, наверняка не знает тяжелого труда. Нам показалось, что они такие добрые. Богатому легко быть добрым. Обычно ты бываешь довольна, если мы продаем хоть пару корзин. Обычно вы не болтаете о своих покупателях без умолку. Вы встретили двух охотников, которые сорят деньгами так, словно нашли их в лесу. А вы ими восхищаетесь, будто они принцы. Я жалею, что мы не уехали вместе со всеми. Если бы вы почаще видели людей, то умели бы в них лучше разбираться. Беляночка, я, конечно, рада, что вы продали столько вещей. Зима в этом году ранняя. Ярмарочных дней, наверное, больше не будет. Беляночка, Розочка, охотники приехали. Госпожа Гертруда, здравствуйте. Дедушка спрашивает, не могли бы вы одолжить ему лампу? Он с охотниками пойдет в штольню. Не давай лампу. Горный дух наверняка убьет их. Пойдем, Беляночка, расскажем им, сколько народу погибло в этой проклятой горе. Дедушке не найти больше людей, готовых пойти в штольню. Да. Дедушка Матиас никогда не терял надежды. Поэтому он и остался в этой деревне. Он верил, что кто-нибудь избавит нас от злого духа. И горняки вернутся. Я желаю твоему дедушке и этим охотникам удачи. А когда они вернутся из штольни, пусть приходят к нам в гости. И ты, конечно, тоже. Дверь снова закрыта. Велика ли сила горного духа? Его власть кончается за пределами тени, которую отбрасывает гора.
убит, отец Беляночки и Розочки. Горный дух обрушил на него эту скалу. А разве обвал не мог произойти случайно? Он заметил что-то в глубине штольни. И когда стал звать нас, скала рухнула прямо на него. Мне кажется, он пытается запугать нас. Он и погиб. В этой горе действительно скрыты несметные сокровища. Теперь, я думаю, горняки снова сюда вернутся. Кончились для вас тяжелые времена. Мне что-то жарко. Молоток. Детский молоточек. Сюда. Рана опасная? Вроде бы нет. Слышишь? Странно. По-моему, родника здесь не было. Наверное, мы его просто не заметили. А может, Матиос очнется, если дать ему глоток воды? Я хочу пить. И я. Ah!
хотели, чтобы эти жалкие людишки вернулись сюда и разграбили мои сокровища. Так вот вам моя кара. Отныне вы медведь и сокол, и уже больше не станете людьми. Если только кто-нибудь не полюбит вас в таком обличье. Но это никогда не произойдет. Все будут вас преследовать, охотиться за вами. И еще задолго до прихода весны вы умрете от голода или будете убиты охотниками. Дедушка, ты слышишь меня? Дедушка! Что случилось? Дедушка без сознания. Я не знаю, как ему помочь. Он ранен. А где братья? Если бы ты знала, как я перепугался. Мне показалось, что он умер. Он жив, а братья? Я ничего не знаю. Дедушка Матиас, очнитесь. Где Андреас и Микаэль? Разве их нет? Но ведь, наверное, это они меня вынесли из штольни. А дальше? Когда я пришел в себя, их уже не было. С ними случилось несчастье. Или горный дух заманил их в ловушку. Мы должны их найти. Надо отнести его в дом. И позвать маму. Она позаботится о нем. Когда придет госпожа Гертруда, я вас догоню. Мы их больше не увидим. Если они погибли, мы уедем отсюда. Я ненавижу это проклятое место. Я не хочу здесь больше жить. Никто, кроме них, не мог вынести дедушку Матиаса из штольни. Значит, они живы. Идем. Микаэль! Микаэль! Андреас! Андреас! Отзовитесь! Мы должны подойти к штольне. Они могут нас не слышать. Дедушка Матиас, когда стоишь возле штольни, нельзя смотреть ни направо, ни налево. Наверное, на них напал горный дух, и они с ним здесь боролись.
почему раньше мы не видели этого родника? Откуда он взялся? Я умираю от жажды. Не пей, Розочка! Тут не было родника! Я умираю от жажды. Они. Вы нашли их? Владеешь мечом лучше всех, мастер Бертрам. Верни мне Микаэля и Андреаса. Этот славный меч уничтожит любого врага. Я знаю, охотник Дитмар, у тебя верная рука и острый глаз. Я преданный слуга ваших сыновей. Клянусь, я спасу их. Приветствую вас, господа, и желаю удачной охоты. Спасибо за добрые пожелания, но сегодня нам не до охоты. А что же тогда королевские охотники делают в лесу? Мы ищем двух юношей. С ними, наверное, что-то случилось в этой глухой чаще. Вы никого здесь не встречали, дедушка? Благородных юношей на красивых скакунах. Один светлый и голубоглазый, а другой темноволосый. Первого звали Матиас или Мельхиор, второго Альбрехт. Нет, Альмарих. Их звали Микаэль и Андреас. Да-да, совершенно точно. Микаэль и Андреас, да. Так звали братьев, которые спрашивали, как им выбраться из этого леса. Но они говорили, что отправляются в южные края. Я уже ничего не понимаю. А вы не обманываете нас? Поверьте, я спас им жизнь. Они 3 дня и 3 ночи блуждали по лесу и не могли найти дороги. Когда вы их встретили? С тех пор прошло 2 недели. Вы их теперь не догоните.
Да. Неподалеку отсюда бродит огромный бурый медведь. Он нападает на людей. А с ним рядом всегда кружит сокол. Шкуру медведя и оперение сокола вы можете подарить своему королю. Это был хороший бросок, Дитмар. Он вел себя как неопытный птенец. Такое ощущение, что он нас не испугался. Стреляй, Дитмар! Может быть, сходим туда еще раз, пока не выпал первый снег, а? Уже поздно. Мы пойдем в штольню завтра с дедушкой Матиасом. Кто это? Дедушка Матиас? Здесь? Так близко от штольни? Что-то случилось. Здравствуйте, красавицы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что, ищете здесь грибы? Или совершаете вечернюю прогулку? Что-нибудь случилось? А вы разве не видите? Собрался нарубить себе дров, и вот... Нет, оставь, милое дитя, я сам справлюсь. Идите домой. Место здесь страшное. А мы не боимся. Осторожней, девушки, осторожней. Другого выхода нет. Ах, вы противные, безмозглые девчонки. Кто вас просил это делать? Как вы посмели отрезать кусок моей бороды? Глупые гусыни, чего вы гладеете? Убирайтесь отсюда!
Леночка, нам надо наполнить еще одну кормушку. Давно не ходили к штольне. Забыла, что мы обещали маме. К тому же скоро стемнеет. Беляночка, здесь были всадники. Следы совсем свежие. Вон они. Привет вам, девушки! Будьте осторожны. По лесу бродит огромный медведь. Мы идем по его следу. Наверное, охотники ранили. Бедный сокол. Мы его вылечим, и он снова полетит в лес. Медведь ранен. Он теперь далеко не уйдет. В начале лета мы переедем в обжитое место. Ну, нам и здесь хорошо. Рядом лес, озеро. Мы тут родились. Озеро и лес не заменят людей. Я бы вас обеих выдала бы замуж. Одну за крестьянского парня, другую за ремесленника. Я бы не пошла даже за королевского сына. Нам нужны только два брата. У вас до сих пор эти охотники не выходят из головы. Они уж и думать о вас перестали. Ты сама говорила, что нам нельзя разлучаться. Значит, мы должны выйти замуж только за братьев. И тогда мы всегда будем вместе. Не надо нам отсюда уезжать. Конечно, нет. Да речь идет не обо мне. Я бы могла прожить здесь всю жизнь. А вы еще молоды. И незачем вам хоронить себя заживо в этой пустыне. Глаза. Такого мне еще видеть не приходилось. Ну, добро пожаловать. Будь гостем. Заходи. Не бойся. Ну-ну. Теперь у тебя появился приятель. Ты мой хороший.
Смотрите, он ранен. О, крепко ему досталось. Мы перевяжем тебе рану, и она заживет. Если тебе у нас понравится, можешь остаться до весны. А ты? Ты ведь тоже не покинешь нас, правда? Какой чудесный весенний день. Хотите немного прогуляться? Ты мерзкое чудище! Разве я недостаточно наказал вас, тебя и твоего брата? Все сокровища горы принадлежат мне одному! Тот, кто попытается похитить их, умрет! Вам недолго осталось жить! Вам и этим противным девчонкам! Лучше убирайтесь подальше от моей горы! Спасите!
Он не отолу! Вы хотите, чтобы я совсем, совсем захлебнулся? Жальте. Помогите мне, добрые девушки. Не бойтесь, дедушка. Здесь не глубоко. Да ты что, разве не видишь? У меня борода зацепилась. Вот ваша лодка. А как я в нее залезу? Да помогите же мне выбраться отсюда. Как это случилось, что вы упали в воду? Как? Я увидел огромную рыбу. Хотел схватить ее руками, не удержался. А вы знаете, что эта сеть принадлежит дедушке Матиас? Неужели? Но я не виноват, эта рыба притащила меня сюда, прямо в сеть. А тут еще проклятый сокол привязался. Ах, вот как? Кого же вы ловили, рыбу или сокола? Почему он кричал? Сокол или рыбу? У меня в голове все смешалось. Я больной, несчастный человек, я могу умереть. Не понимаю, почему вы копаетесь так долго. Эта ледяная вода меня убивает. Умоляю вас. Я не вижу другого выхода. Скорее, скорее. Скорее, скорее. Все, все. Ах, вы негодные, глупые девчонки! Знаете ли, что вы натворили? Это была лучшая часть моей великолепной породы! О, проклятые! Вы еще об этом пожалеете? Похож на того дровосека. И эта длинная борода. И вел он себя точно так же. Мы прежде никогда не встречали здесь ни рыбака, ни дровосека. Сейчас я сверну тебе шею. Опять эти девчонки. Розочка, Беляночка! Опять этот противный бородач.
Идем. Откуда он знает наши имена? Вы живете в покинутой долине? В домике на пушке? Да. У меня для вас известие. Просто повезло, что я вас здесь встретил. Я направлялся... Я как раз направлялся в вашу долину, когда на меня в лесу вдруг напал волк. Смотрите, как он разукрасил мое лицо. Я вырвался, убежал от него, и вот... Либо я сорвусь в поток, либо повисну на собственной бороде. Спасите меня. Это ложь. У нас в лесу давно уже не видели ни одного волка. А если он упадет? Нужно ему помочь. Он дважды проклинал нас за нашу помощь. Помогите мне, добрые девушки. Я вас за это отблагодарю. Спасибо, нам ничего не нужно. Я хотел передать вам весточку от двух несчастных, которые уже никогда не увидят солнечного света. Сюда в пропасть меня столкнул горный дух. У него в подземелье томятся те двое. А кто они такие? Идите, идите. Я вам больше не скажу ни слова. Если уж меня, старого человека, вы не хотите выручить из беды, так могут ли надеяться на вашу помощь, бедные пленники? Нет, вы не станете освобождать их из темницы горного духа. О ком вы говорите? О ком я говорю? О двух охотниках. А как их зовут? И где находится подземелье, в котором их держат? Неподалеку от ужасной заколдованной штольни. Рядом со штольней вы увидите поляну. А на поляне три огромных светящихся камня. Там вы найдете куст с черными плодами, а под ним вход в подземную темницу. А как зовут пленников? Микаэль и Андреас. Но никому не говорите об этом. Ни человеку, ни зверю, никому. Не помогай ему. Розочка, он лжет. Чтоб у вас руки отсохли! Да чтоб вы провалились, проклятые, глупые, противные девчонки! Как вы посмели лишить меня моей драгоценной бороды? Не надо было ему помогать. Я же говорила. Зато он не сможет больше исчезать. Надо выручать Микаэля и Андреаса. Бежим к штольне. Наверное, это здесь. А, вот и куст. И на нем черные плоды. Но прежде здесь не было ни куста, ни камней.
Может быть, это вход? Да, я уверена. Эта дверь ведет в темницу. Еще одна дверь. Попались, любопытные, глупые гусыни. Ловко я вас обманул. Больше вы никогда не увидите солнечного света. Стойте! Что, испугались? Вам уже никто не поможет. И даже ваш друг медведь, он вас тоже не спасет. Вы целиком в моей власти. Я могу уничтожить вас в любой момент. Так это вы горный дух, карлик? Неправда, я великан. Благодаря своему богатству я властелин горы. Розочка! Теперь-то я с вами расправлюсь. Я вас уничтожу. Сотру в порошок. Любого, кто посягнет на сокровище моей горы, ждет самая суровая кара. Вы хотели освободить двух пленников. Как вы думаете, где они? А вот они. Медведь Микаэль, сокол его брат Андреас. Стой, проклятое чудище! Не трогай жезл! Нет! Ты правда, Андреас? Превратил вас в зверей. Но душа у вас человеческая. Идемте к нам. Мы никогда не расстанемся с вами. Мы очень любим вас.
Скорее, пока не затопило грот. Мы должны здесь пройти. Где мы? Это заколдованная штольня. Больше никакого родника. Значит, это было колдовство горного духа. Ваша верность и мужество оказались сильнее его злобы и жадности. Больше нас ничто не разлучит. Мое счастье, так же, как и счастье Микаэля, зависит от вас.